Яшодананда Враджа Джанаранджана. Ямуна Тиравана Чари. Ямуна Тиравана Чари. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari. Jaya Gopi Janavallabha, Jaya Girivaradhari. Jaya, Jaya Gopi Janavallabha, Jaya Girivaradhari. Яшода Нандана Враджа Джанаранджана. Яшода Нандана Враджа Джанаранджана. Ямуна Тиравана Чари. Ямуна Тиравана Чари. Джая Радха Мадхава, Джая Кунджа Вихари. Джая Jaya Kunja Vihari.
Jaya Gopijana Pallava Jaya Angirivara Dhari Jaya Gopijana Pallava Jaya Angirivara Dhari Yashoda Nandanam Rajachana Ranjanam Yashoda Nandanam Rajachana Ranjanam Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunjabi Hari Jaya Kunjabi Hari Jaya Gopi Jana Pallava Jaya Girivara Dhari Jaya Gopi Jana Pallava Jaya Girivara Dhari Jaya Yashoda Nandana Vrajajana Ranjana Yashoda Nandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunjabi Hari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Jagannath.
Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Jagannath, Baladeva, Subhadra, Jaya Nitai Gura Chandra, Nitai Gura Chandra, Nitai Gura Chandra, Jaya Nitai Gura Chandra, Nitai. Jaya Nitai Gura Chandra, Nitai Gura Chandra, Nitai Gura Chandra, Nitai Gura Chandra, Nitai Gura Chandra. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Шрила Прабхупада ки джай. Продолжаем читать Шримад Бхагаватам, седьмая песня, глава девятая. Прохлада успокаивает Господа Нирсимхадева. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ясмат прия приявьо вийога сам йога джанма. Ясмат прия приявьо вийога сам йога джанма. Ясмат прия прияви йога сам йога джанма. Ясмат прия прия. Там что-то неправильно написано, да? Ясмат прия прияви йога сам йога джанма. Шокагнина сакала йони шудах яманах. Шокагнина сакала йони шудах яманах. Дука ушатхам татапи дукам ататхияхам. Дука ушатхам татапи дукам ататхияхам. Бумам брамами вадаме тавадася йогам. Бумам брамами вадаме тавадася йогам. Что-то прочитает. Или еще раз прочитаем. Читаем, давайте. Ясмат прия прияви йога сам йога джанма. Шокагнина сакала йони шудах яманах. Дука ушатхам татапи дукам ататхияхам. Дука,
Bhuman Brahmami Vadameta Vadasya Yogam. Вот прочитают кто-то, нет? Да? Хорошо. Перевод каждого слова. Ясмат, из-за которого, из-за существования в материальном мире. Прия, приятного. А прия и неприятного. Ви-йога, разделение. Сам-йога и соединение. Джанма, из-за рождения, порождающего двойственность. Шока-агнина, огнем скорби. Сакала-йонишу, во всех лонах. Дах-яманах, сжигаемый. Дука-паушадхам, лекарство от страданий. Тат-то. Апи также. Дукам страдания. Атадхия представление о себе как о теле. Ахам я. Буман о великий. Брахмами скитаюсь. Круговороте рождения и смерти. Вада поведай. Мы, мне, тава, твою, дася йогам, йогу служения. О великий Верховный Господь, то и дело соприкасаясь с источниками удовольствия и страданий, а потом расставаясь с ними, живые существа и на райских, и на адских планетах пребывают в плачевном состоянии, ибо они словно пламенем всегда охвачены скорбью. Хотя в материальном мире есть много средств, с помощью которых люди пытаются избавиться от своих бед, эти средства причиняют им еще больше страданий, чем сами беды. Поэтому я думаю, что единственное средство от страданий – служить тебе. Научи же меня, пожалуйста, как я могу служить тебе. Я прочитаю еще раз. «О великий и верховный Господь, то и дело соприкасаясь с источниками удовольствия и страданий, а потом расставаясь с ними, живые существа и на райских, и на адских планетах пребывают в плачевном состоянии, ибо они словно пламенем, всегда охвачены скорбью. Хотя в материальном мире есть много средств, с помощью которых люди пытаются избавиться от своих бед, эти средства причиняют им еще больше страданий, чем сами беды. Поэтому я думаю, что единственное средство от страданий – служить тебе». Научи же меня, пожалуйста, как я могу служить тебе. Комментарий о божественной милости Шилы Прабхупады. Махараджа Прахлада говорит, что хочет служить лотосным стопам Господа. После смерти отца Прахлада мог наследовать все его владения, а Хираньякашипу в материальном отношении был очень богат, ведь ему принадлежал едва ли не весь мир. Однако Махараджа Прахладу не привлекали мирские богатства, поскольку он хорошо понимал, что любой человек живет ли он в раю или в аду, богатые у него ли родители или бедные, всегда находится под властью закона материальной природы. Это значит, что в материальном мире нет нигде настоящего счастья. Тот, кто хочет обрести подлинное блаженство и наслаждаться ничем не омраченной радостью, должен посвятить себя трансцендентному любовному служению Господу. Человек может испытывать некоторое удовольствие от того, что он богат, но ради этого временного удовольствия ему нужно очень много трудиться. Если бедный человек разбогател, можно сказать, что его положение улучшилось. Но какой ценой? В сущности, страдает ли человек в материальном мире или наслаждается, он всегда несчастен. Тому, кто действительно ищет счастья и блаженства, следует развивать в себе сознание Кришны и всегда с любовью служить Господу. Только так можно избавиться от страданий. Весь мир пребывает в иллюзии. Люди думают, будто они станут счастливы, если научатся противостоять мукам обусловленного существования с помощью различных материальных изобретений. Однако такой путь никогда не приведет к успеху. Поэтому каждого человека нужно научить трансцендентному любовному служению Господу. Именно такую цель ставит перед собой движение сознания Кришны. Обрести счастье, изменив свое материальное положение, невозможно. Ибо в этом мире человека повсюду преследуют невзгоды и страдания.
О великий Верховный Господь, то и дело соприкасаясь с источниками удовольствия и страдания, потом расставаясь с ними, живые существа и на райских, и на адских планетах пребывают в плачевном состоянии, ибо они словно пламенем всегда охвачены скорбью. Хотя в материальном мире есть много средств, с помощью которых люди пытаются избавиться от своих бед, эти средства причиняют им еще больше страданий, чем сами беды. Поэтому я думаю, что единственное средство от страданий – служить Тебе. Научи же меня, пожалуйста, как я могу служить Тебе. Я хотела бы поделиться своим каким-то, ну, вот, как это сказать, тут такая мысль, я когда готовилась, ну, недавно совсем пришло сообщение, что нужно приготовиться, я немножко прочитала еще впереди, и вот предыдущий стих, он мне как-то, ну, вызвал некоторые такие вот мысли, поделюсь. В предыдущем стихе Прохлад Махарадж говорит, что «О всемогущий, неодолимый Господь, столь милостивый к падшим душам, из-за своих прошлых поступков я родился в обществе демонов, и теперь меня очень страшит мое положение в материальном мире. Когда же ты позовешь меня, чтобы даровать мне прибежище своих лотосных стоп, высшие цели тех, кто жаждет вырваться из пут обусловленной жизни?» Это я о том, что, ну, такое впечатление, что, ну, вот, Прохлад Махарадж, он начинает свои молитвы, так вот, ну, как бы постепенно разгоняясь, и вдруг вот в этот момент, он говорит, когда же ты, Господь, дашь мне приют у своих лотосных стоп? То есть вот проявляется вот в этом моменте, как мне показалось или почувствовалось, вот эта вот сильная жажда или любовь к Верховному Господу, она прям вырвалась из Прохлады Махараджи. Тут как бы надо возносить молитвы, и все так вот он постепенно к нему обращается. И вот эта вот жажда любви к Господу, принять прибежище у Господа, она прям вырвалась из его сердца. Мы знаем, что вот это слово «когда» оно очень часто фигурирует. Это вот знаменитый этот баджан «Каби Хаби Бола Седина Амар», где Бхактинода Тхакур говорит, когда же я смогу служить тебе, и там 8 стихов, где все время вот этим рефреном повторяется, когда, когда, когда. И этот баджан, он в сборнике Шаранагати, и там разделы, да, эти разделы Шаранагати, этому баджану посвящен сам раздел, он называется Лаульям, сильное желание. Один баджан – это целый раздел. Лаулям – сильное желание. То есть мы видим, что вот Прохлада Махараджа прям вырывается вот это его бхава, сильного желания служить Господу, быть вместе с Господом. То есть его, весь разум, его все сознание, оно никак не соприкасается с, ну, как сказать, с вот сегодняшним, с этой ситуацией, с этим, даже с тем, что сейчас вокруг него происходит. Он прям хочет ворваться вот в этот духовный мир. И теперь вот в этом стихе, ну, как мне как чувствуется, он как бы осаждает себя, как вайшнав, очень скромный, смиренный, начинает как бы снова, заново, обращая внимание Господа к его такой милостивой природе и ставя в себя в такое вот положение молящего, просящего, такой обусловленной души, которая зависит от Господа. И не знает, как ему быть в этом материальном мире. Вот в такое положение он проявляет такую вот праву, бхаву он здесь, вот, на мой взгляд, проявляет вот это вот смирение, скромности, где-то в чем-то даже какой-то растерянности. И в то же время он снова и снова утверждает и просит Господа о том, что «Господь, я же хочу служить Тебе». И так он скромно просит «научи меня служить Тебе». Я хочу быть с тобой и прошу тебя научить меня служить тебе. И сам стих, конечно, ну, который мы непосредственно рассматриваем в этой молитве, этот эпизод молитвы, о котором говорит Прохлад Махарадж, он снова и снова нас возвращает к нашему положению, к нашему состоянию в этом материальном мире.
и ну, такому незавидному состоянию, о том, что здесь, в материальном мире, невозможно обрести счастье никаким образом. Более того, Прохлада Махарадж указывает на то, что даже средства, которые люди применяют к тому, чтобы обрести счастье в этом мире, их очень много, он говорит, и мы можем тоже там перечислить, начиная от каких-то в низших гунах, чтобы забыться от всех этих страданий, люди принимают самые разнообразные виды опьянения, начиная от тяжелых до легких, до просто смотрения сериалов целыми сутками или еще что-то, до каких-то в гуне благости они идут к психологу или еще более дальше, они пытаются организовать свою жизнь в гуне благости вообще, то есть понимая в конечном итоге, чем человек более находится в организованном пространстве, тем менее его ну, может ожидать каких-то неприятностей, потому что всегда будут какие-то последствия. Но Прохлад Махарадж говорит, ничего из этих средств не сможет сработать, потому что живое существо находится в определенной атмосфере, он находится в определенных условиях своего существования. И эти условия существования сотворил Господь Брахма еще на заре творения. Он когда творил живые существа, тут нужна была среда обитания как-то. Вот есть там птички, они порхают в небе, они не могут жить в воде. Их, ну, вся конституция, все это предназначено. Вот ему, им условия существования созданы там, вверху. Рыбкам там, пожалуйста, внизу. Людям вот здесь вот как-то так. И там немножко вы можете, в принципе, делать все, но понемножку. Ваше тело предназначено так, слегка. Вот. И само условие материального существования таково, что пять видов клеш невежества, мы это знаем, я повторю, потому что, собственно говоря, мы читаем Шримад-Бхагаватам для того, чтобы вспомнить все то, что мы и так знаем. Мы из раза в раз мы напоминаем себе, пытаясь заново услышать знакомые истины, в надежде на то, что, может быть, до меня дойдет, и, может быть, этот вот... Ну, в какой-то момент мы знаем, что иногда бывает такое, что осеняет, и ты понимаешь, да, точно, да, так. Иногда не осеняет. И каждый раз мы надеемся на этот момент, что в сердце нас осенит, и что-то произойдет, и я скажу, да, точно, я вот, я это понял. Да, Кришна, да, коснется, и что-то произойдет. Ну, понятное дело, что... Это произойдет только по определенной милости, определенных каких-то условиях. То есть мы не Шрила Прабхупада дал эту традицию повторения святого имени в Шримад-Бхагаватам в обществе преданных именно за тем, чтобы мы снова и снова напоминали нам об этом, об этих истинах. И поэтому мы повторим то, что мы и так знаем, но то, что следует нам ну, напоминать, в каких мы условиях вообще находимся. А это невежество, авидья. Здесь все покрыто этим невежеством, незнанием. Человек рождается, он только родился, он не знает вообще, кто он, что он здесь делает и что его окружает. Ему предлагают различные варианты. Если он родился в племени Тумба-Юмба, то там будет другой набор восприятия этого материального мира. Если он родился в каком-нибудь там, ну, более цивилизованном месте, в таком-то, если религиозная среда в семье, где религиозная семья, ему другие будут даны, ну, составляющие того, как он может смотреть на этот материальный мир и как с ним взаимодействовать. Шиши Джаганнат Баладев Субхадрам. То есть есть определенное уже понимание этого мира истина, а есть не истина. И вот с этими условиями, в которых мы уже рождаемся, мы впитываем, мы продолжаем жить. И от восприятия этого мира рождается и понимание того, кто я в этой системе координат, кто я в этом мире. И нам приходит, нам сразу говорят, ты Наташа, Петя, Вася, ты девочка, ты должна вести себя так, ты, ну, то есть все навязывается нам, и ну, многие говорят о том, что, по сути дела, у нас нет своих желаний, и очень немного их приходит из прошлых жизней, а очень много навязывается нам тем, что нас окружает, и мы поддаемся каким-то стереотипам мышления или каким-то надеждам на счастье, представлениям о счастье и так далее. А это ложное отождествление себя с личностью, которая находится в этом материальном мире. И если эти два предыдущих пункта, они такие философские и требуют
просто хотя бы посидеть и подумать над тем, а насколько в действительности я вообще воспринимаю этот мир, насколько я себя в этом мире чувствую себя, как я вообще себя чувствую и понимаю как личность, кто я, как я себя, с чем я и как я себе отождествляю. Ну так вот искренне, честно, насколько я вот себя этого, кто я. Тут следующие два момента, они очень нам понятны. Никто бы, кто бы ни был, кто бы как бы о себе не думал, они все находятся в этом постоянной вот такой дуальности рага и двеша. Рага – это желание счастья, двеша – это желание избавиться от страданий. То есть сука, ичха, человек всегда ищет счастье. И дукха, атья, он отвергает несчастье. Вот в этих, по сути дела, мы действуем только в этих пределах. Наши действия, они только в этом и расположены. И последнее – это страх смерти, абхинивеша. То, что то, чем человек скован, или я не знаю даже, как это сказать, очень прикован к этому, одновременно к этому миру и прикован, и в то же время он очень боится. Где-то даже читала, что этот страх смерти как раз доказывает то, что мы живем здесь не один раз, потому что мы уже рождались снова и снова, снова и снова, и это, знаете, как когда ты что-то переписываешь снова и снова, и ты в какой-то момент уже разрываешь, ты пишешь, как-то вот для меня такой пример. Тебе нужно написать как-то чисто, на какой-то, сдать какой-то там реферат, ты начинаешь, сделал какую-то ошибку, тебя не удовлетворяет результат, ты думаешь, я сейчас заново перепишу, сейчас будет все без ошибок. Пишешь, ты еще больше напрягаешься, пишешь, опять какая-то клякса, ты отставляешь, пишешь заново, и в какой-то момент уже нервы сдают, и ты уже пишешь, Господи, уже нет сил, уже просто пишу, что попало. Написал уже, что написал, то и сдал. То есть вот это вот снова и снова рождаясь, это вот эта встреча, опять будет какая-то ошибка, опять мне нужно заново писать, опять заново, опять все разрушено, опять мне нужно делать это все заново. Это такое разочарование в этом мире, и так пронизана наша жизнь этим страхом, что опять все заново, опять надо начинать, опять ничего не получилось. Я как-то делилась с одним пленным, он мне помог. У меня такая концепция моя такая личная о том, что в духовном мире я не попаду по силу того, что я не попаду в духовный мир, потому что я не могу попасть в духовный мир, что я слишком привязана к этому материальному миру и так далее и тому подобное. Но я бы хотела родиться вот так вот, ты честно себе говоришь, я бы хотела бы родиться в доме вайшнавов, чтобы папа был вайшнавом, мама была вайшнавом, мы вместе вот ходим в храм, и у меня будет наконец-то нормально вот на чистовик жизнь. Я буду вайшнаве с самого детства и так далее. Вот такие какие-то такие мечты. В духовный мир я не попаду, потому что слишком это все сложно, и у меня нет решимости заниматься преданным служением. Ну, хотя бы у меня есть шанс родиться в семье преданных. И он мне как-то так сказал, говорит, так это же никогда не закончится. Ты будешь в следующий раз рождаться и надеяться, что вот сейчас это на чистовик, у меня сейчас все получится. Потом опять ты будешь надеяться, что это вот у тебя сейчас получится. Я подумала, действительно, это же никогда не заканчивающаяся перспектива. Мы всегда надеемся, что вот потом у меня как-то получится, что-то у меня получится. Это о том, что мы строим разные представления у нас о том, как нам быть счастливым, как нам устроиться в этом материальном мире. Но вот условия этого существования в этом материальном мире, они таковы, что здесь, как только ты, отождествляя себя с этим материальным телом и действуешь в соответствии с этим, а ты не можешь действовать по-другому, вот ты получаешь эту рагу и двешу, и абхинивешу, страх смерти. Что если ты привязываешься, что-то у тебя есть в этой жизни, ты так или иначе привязываешься и думаешь, боже мой, что опять я это все потеряю, опять все сначала. Вот. И это очень больно и больно, так скажем. И есть очень много средств, также и духовная практика нам дает возможность, как же нам выбраться
из такого капкана, потому что клеша это и есть клещ, клещи, капкан, в котором находится эта обусловленная душа, ее восприятие, ее положение в этом материальном мире. Просто, если не отметим это какие-то привычные фразы, в этом материальном мире, ты как-то говоришь, и так сразу тебя так отделяет. И что-то где-то какая-то литературная фраза. Просто мы как люди находимся, мы живем. Мы живем здесь, вот сейчас. Мы так воспринимаем. И мы можем воспринимать этот себя, окружающий мир, то, что с нами происходит, только в зависимости от того, какова наша авидия. Мы начинаем с самого начала. Каково наше базовое восприятие, наш вот этот вот конгломерат какой-то истин, который у нас встроен уже в нашем мозгу, в нашем восприятии этого мира, и он дает нам уже потом определенную реакцию на какие-то события. Потом мы уже реагируем на какое-то событие вот так вот. И в течение времени понимаем, что, становясь преданным, мы уже немножко по-другому реагируем на какие-то события. Мы по-другому уже реагируем на рагу и на двешу. Только вот это вот самбанха, когда у нас очень сильная самбанха, понимание того, что происходит, как происходит в этом мире, тогда мы уже... здесь не зря Прохлад Махарадж говорит, научи меня служить тебя, научи. Это такой долгий период того, как мы учимся полностью поменять наше мировоззрение. Это невозможно, просто прочитав много-много раз что-то. Это должно быть настолько изменено наше мировоззрение, что даже когда мы получаем эти страдания, мы реагируем на них, как вайшнав. Один такой момент, когда нам дает Бхагавад-гита, когда мы реагируем как вайшнав, начально, как я вижу, начально, это вот этот знаменитый стих «Матрас паша стукам тьёши тукшна духа дукам ахам агам», там шаса парата. Временное проявление счастья и несчастья, подобно приходу и уходу зимы и лета, они рождаются из чувственного восприятия, и человеку нужно выносить их так, чтобы они его не тревожили. То есть это такое понимание мудреца, когда у нас какой-то уровень терпения к этому миру, что, по сути дела, нам нужно его потерпеть. И это вот терпение, это самое... Гуру Махарадж всегда настаивает на этом качестве. И цитирует Бхактивинода Тхакура, где Бхактинод говорит, в этом материальном мире есть два друга живого существа. Это святое имя и терпение. Этот материальный мир, нужно повторять святое имя и просто его терпеть. Вот. И вот этот стих «Матрас Паршас», то есть он говорит о мудреце. То есть если ты, ты понимаешь, это так вот, так оно будет. Так оно происходит, так оно будет, и на что-то я не могу повлиять, нужно это просто принять. А другой такой момент, который говорит о таком высшем вайшнавизме, это когда человек очень настолько погружен в святое имя и в Господа, что он не замечает, и для него это даже не столь... То есть он же хотел бы оставить этот мир искренне. Он искренне готов оставить этот мир. Почему я это говорю? Потому что поделюсь вот таким сокровенно, таким очень... вещами. Наш гуру Махарадж, Парсарати Госвами Махарадж, пару месяцев назад у него диагностировали рак. Вот это было таким ужасным событием для всех учеников гуру Махараджа. И у него всегда очень такое тяжелое здоровье. Кто знает более-менее гуру Махараджа, он знает, что ему очень тяжело физически, но тем не менее всегда его садхана очень сильна, и даже в таких вот условиях тяжелых физически он старается проповедовать вайшнавам, всегда поддерживает. И я когда-то еще в самом начале, один из первых его дневников, где он в дневнике, дневники очень-очень личностные.
Там делится сами, там вот у меня болела спина, вот у меня болела голова, я смог прочитать столько-то кругов, у меня получилось прочитать или у меня не получилось прочитать. Я думал о том-то и том-то, то есть это вот не какие-то административные послания своим ученикам философские, это действительно его личные дневники. Вот этим это подкупает. И я тогда еще наткнулась на такое выражение, эпизод, я вот искала и не могла найти опять вот в этом сборнике, где Гуру Махарадж пишет, как он пишет о том, что как же мне понять, что та боль, которая ко мне приходит, вот я сейчас испытываю сильную головную боль, или есть какая-то боль от разочарования общения с кем-то или еще что-то, она приходит ко мне. Как же мне понять, что это объятие Шримати Радхарани, той личности, которую я хочу полюбить больше всего? Как же мне это понять? Он делится здесь. Как же мне это понять? И это меня так, ну, как-то ошеломило. Я думаю, ну, я не знаю, я на это никогда, ну, не смогу. Когда ты страдаешь, когда приходит эта боль, ну, мы все, естественно, реагируем по-разному, как раз в зависимости от того, насколько мы доверяем Господу, насколько мы видим Господа в своей жизни. И так, ну, все, что я буду говорить, это все будет теория, потому что, ну, у меня вообще нету такого опыта. Если приходит что-то, ну, что-то такое, то, ну, в лучшем случае можно как-то абстрагироваться или как-то принять такую позу мудреца, но это тоже пройдет. И то это спустя какое-то время, пока меня там, ну, как-то не отпустит. Но вот здесь вот эта личность, Гуру Махарадж, Парсарати Госвами Махарадж, он говорит о том, что как же мне понять, что это объятие той личности, которую хочу полюбить больше всего, объятие Шримати Радхарани. То, что ко мне приходит, это эти страдания, это объятие Шримати Радхарани. И вот я прочитаю, посмелюсь на себя, если у меня получится такой очень мелкий шрифт сейчас. Он написал письмо ученикам, где написывает, ну, свое здоровье, то, что, как он будет лечиться и все такое. Он говорит, что я сейчас не испытываю особенно боли, но вот, возможно, единственная боль – то, что я не могу воспевать все время и совершать свои молитвы. Поэтому я прошу вас найти прибежище в святом имени. Вайшнавы, Радха и Кришна придут послушать вас. Господь Чайтанья, Джаганатха, Субхадра, Баларама, они ответят вам взаимностью, соответственно тому, этому или соответственно вашему желанию. Мое личное желание. Я просто хочу иметь возможность думать о Гауранге, Кришне, Вриндаване. Это мое стремление. Это мое желание. Есть слово абиста. Абиста – это то, чего мы очень хотим, даже больше, чем саму жизнь. И на самом деле, Вриндаван, что-то, Нитянанда, в Бхакти Расамрита Сингху говорится «Атма Коти Гунам». Нитянанда Сарваха, ну, трудно так прочитать, такой текст маленький. Ага. Возвышенный преданный Нитя Сидхи имеет любовь к Кришне миллионы раз больше, чем к себе. Атма-коти. То есть 10 миллионов. Поэтому мы должны очень хотеть быть привязанным к Гаура-лиле и Кришне, Вриндавана-лиле в 10 миллионов раз сильнее, чем мы хотим иметь свою жизнь. Это называется жадность или лаулия. И оно должно быть вознесено на самый высокий уровень. И на этом высоком уровне, где
объектом поклонения являются жители Вриндавана и близкие спутники Господа Чайтани, Нитянанды, Адвайты, Гададхары, они проявятся. Это называется спути, более быстрое проявление. Оно появится в нашем сердце. Возможно, Вриндаван, возможно, Радхакунда, возможно, Хомгавардхан или Джаганатхапури. Зависит от того, к кому вы привязаны и также к какому месту. И так человек получает это спути или момент пересмотра. Естественно, ага, я его не знаю. Ага. Это делает человека просветленным в нашей практике бхакти. Именно это и есть мое стремление. Я не буду вас томить, этим сложно читать очень. Ну, я думаю, что вы поняли, что здесь мы видим реальный пример вот реальной личности, которую мы знаем и видим, о том, как он воспринимает то несчастье, которое пришло к нему непосредственно. О том, что он говорит о том, что для меня мое самое сильное желание – это служить Господу. Все остальное не столь важно, даже как разворачивается твоя жизнь. Вот. Это такой для нас особый пример, и особый пример восприятия этого материального мира. Этот пример, он очень важен. А что с нами происходит в действительности? В действительности с нами происходит лично, ну вот, такое наше, мы не настолько возвышены. Я точно не возвышенный преданный, и мое восприятие таково, что хотя ты понимаешь все теоретически, когда приходит сам эпизод, ты можешь только что-то вырвать из контекста, что-то понять. Вот. И поэтому духовная жизнь, ты слышала в лекции Бхактивигьяна Госвами Махараджа, так как она настоящая, она живая, она очень медленная. То есть мы можем что-то теоретически понимать, действовать и так далее. Но сам момент этого эпизода, какой-то проверки, мы можем реагировать только так, как мы, так, как каковы мы есть. Так, каковы мы есть. И это, с этим ничего ты не можешь себя за уши, вот так надо реагировать, или вот так надо поступать, или вот так надо чувствовать. Не можешь ты прыгнуть, да, и сказать, вот я сейчас буду, вот так вот придет ко мне какими-то страдания, я буду думать, что это Шримати Радхарани меня так обнимает, и вот я вот буду вот так вот, я сейчас буду, сейчас так буду, а сейчас себя так осознавать, вот сейчас, сейчас вот у меня это получится, я сейчас напрягусь, я же знаю, я же это понимаю, я с этим согласен, и вообще вот это точно так и есть. Это так не работает, это должно быть совершенно другое восприятие жизни, и это не одна жизнь, и так далее. Мы можем сейчас реагировать только так, каковы мы есть. И нужно понимать, так как духовная жизнь, она, опять же, она живая, она и делает наше восприятие себя, этого мира, таким живым, что как мы уже понимаем, что мы немного изменились. У нас есть шанс измениться дальше. И это возможно только тогда, когда... Это знакомый такой пример, но я приведу его, чтобы напомнить, что чем больше наша, как у альпиниста, кошка, она там наверху, вот, и ты ползешь. Кошки нет, ползти некуда, ты свалился, нет ни страховки, ничего. Кошка, она вот это вот вверх, она держит тебя. Точно так же наше вот это вот... и сознание Кришны. И это вот наше желание и вера, та вера в том, что мы
вернемся верховный, ну, к духовному учителю, в духовный мир. Мы хотим этого, хоть более-менее по-настоящему. Она является вот этой вот кушкой, которая закинута и дает нам силы и возможность двигаться дальше. Более того, вот это вот еще один момент этой вот кушки, или то, что там нам дает эти силы, это то, что у нас есть, уже есть опыт настоящего духовного счастья. Вот это самое главное в духовной жизни. Чем больше мы получаем этот опыт настоящего духовного блаженства в киртане, вообще мы есть вайшнавы. Если мы искренне посмотрим на свою жизнь, я думаю, каждый из вайшнавов так вот оглянется и подумает, ну что вот такого самого классного было в его жизни. И, наверное, ну не знаю, я честно, искренне скажу, что только вот какие-то воспоминания духовного учителя о киртане, и ты понимаешь, вот это самое было классное. Что-то ничего другого как-то особо не помнится. Ты что-то проживаешь, и ничего как-то особо. Все такое, остальное какая-то метушня, что-то там ты что-то решаешь, или там еще что-то там происходит, преодолеваешь, где-то счастлив. Но это все такое вот очень мелко. А по-настоящему счастлив ты в киртане с вайшнавами или там с духовным учителем. И это и есть то, что дает нам силы продолжать и менять наше сознание на тот момент, когда в действительности мы сможем и рага, и двеша, и даже опьяневеша, страх смерти, ну, по-настоящему победить его только таким образом. Только таким образом. Поэтому здесь Прохлада Махарадж говорит, что какие бы вы ни пытались сделать, ну, какое бы лекарство, как бы Шрила Прабхупада в одном из лекций говорит, что этот материальный мир – это как туалет в комнате. Это туалет. Как бы вы тут этот туалет не украшали, что вы не... Это туалет. И нормальный человек не будет располагаться и жить в туалете, ставить туда кровать и как-то, ну, обустраивать. Это не то место, где можно долго находиться. Он часто этот пример приводит, что это просто такое место, туалет. Вот. Но у нас нет еще такого искреннего понимания и осознания того, где мы находимся. Только постепенно-постепенно мы развиваем это чувство, где наше счастье и наш опыт духовной жизни становится все больше, больше, ярче, ярче, заполонивает наше сердце и сознание настолько, что, как в Шримад Бхагаватам говорится, что этот материальный мир становится подобен лужице от копытца, оставленного теленком, маленьким, незначительным. И, ну, опять же, наголошу на том, что это искусственно, это не приходит, это через какое-то время, может быть, и не через много жизней, но у нас есть такой шанс. Хари Кришна, Вашнава. Я прочитаю еще раз текст. «О великий Верховный Господь, то и дело соприкасаясь с источниками удовольствия и страданий, а потом расставаясь с ними, живые существа и на райских, и на адских планетах пребывают в плачевном состоянии, ибо они словно пламенем, всегда охвачены скорбью. Хотя в материальном мире есть много средств, с помощью которых люди пытаются избавиться от своих бед, средства причиняют им еще большее страдание, чем сами беды. Поэтому я думаю, что единственное средство от страданий – служить тебе. Научи же меня, пожалуйста, как я могу служить тебе». Может, есть какие-то вопросы? Спасибо большое. Там в комментарии вы говорили, да, когда же, он говорит, когда же. А что это за ситуация, где сейчас Прохлада находится? Он у него на руках сидит, он Нрисимхадева, или он стоит, возносит молитвы? Насколько я знаю, что есть про планета Нрисимхадева. Нет, сейчас вот ситуация какая. Нрисимхадева освободил Хираньякашипу, и все боятся, Прохлад возносит молитвы, да, он стоит, возносит молитвы. Он же рядом с Господом сейчас, да, что он говорит, когда ты меня позовешь? Что имеет в виду он? Потому что он же говорит, любое желание твое исполнит, что имеется в виду вот в этом случае? Ну, здесь комментарий, насколько я поняла, здесь комментарий Шрилы Прабхупады как раз начинает с того, что Прохлада Махарадж понимает, что ему надо будет остаться в этом материальном мире. Здесь комментарий Шрилы Прабхупады начинает с того, что он сын Хираньякашипу, и на него есть определенные возложенные обязанности здесь оставаться в материальном мире. Он понимает это. И он говорит, когда же это все уже закончится, я
смогу вернуться к тебе вот на ту планету, там, где Нарсимхадева и Прахлад Махарадж совершают сейчас свои игры. Ну, насколько я понимаю. Хотя он рядом с Господом. Видите, он как бы все время, ну что ли, как бы съезжает на то понимание, что я-то здесь в материальном мире нахожусь сейчас. Хотя Господь здесь, он совершает свои игры, но вот плоскость этих игр материальных. Это его молитва, помните, где он дальше будет говорить, что я не переживаю за себя, потому что я постоянно помню о тебе, и помню о тебе, я всегда нахожусь в духовном мире. Я переживаю за других, да, как и я хочу, ну, буду оставаться здесь, проповедовать твою славу, чтобы они могли получить такое же состояние и могли возвращаться. То есть он не переживает особо, где он, потому что, памятуя о Кришне, он всегда с Кришной. Ну, тут как бы... Ну, это как усиление Бхавы. Игра такая. Да, усиление Бхавы. Ну, как... Все как бы, как... Все ближе и ближе хочется к Господу. Да, и второй момент, вот в «Нектаре преданности» там говорится о том, определении чистого преданного служения. И там говорится, что преданный, он не желает жить на одной планете с Господом, он также не желает быть одним из спутников Господа. Да? И как же ж так получается, если мы зовем его, мы говорим, когда же, когда, и при этом мы не желаем. Ну, тут немножко, как сказать, другое. Мы желаем служить Господу. Это первое. А вот как захочет Господь, то это второе. Если Господь захочет, чтобы я был спутником Господа, я буду спутником Господа. Не захочет, я не буду. То есть здесь тогда пазлы складываются так, что я служу здесь, в умонастроении, как вы говорите, ну, как цитировали, что миллионы раз у меня желание доставить Кришне удовольствие, чем я думаю о себе, да? Угу. Это желание миллионы раз сильнее. И я жду, когда меня позовут, да? То есть номер 4, выходи, мы тебя ждем. Все, номер 4 пошел. Ну, как-то так, да, потому что, ну, сами мы ж туда не пробьемся, да. Ну, такое настроение Индрадюмна Свами Махарадж, он вдохновляет своих учеников на то, чтобы они рождались и рождались, чтобы распространять миссию Господа Чайтаньи. То есть, и это настроение чистого преданного. Прахлад Махарадж, он демонстрирует его, да. Шрила Прабхупада тоже говорит, я пойду на адские планеты дальше проповедовать. То есть, он не переживает. Но если Господу угодно, он заберет меня в духовный мир. Ну, я думаю, что так оно и есть. Гуру Махарадж тоже об этом говорит, что желание удовлетворить Господа, оно превалирует, и все разрешается. Ну, насколько... Это лаулям, это сильное желание вернуться в духовный мир. Или это сильное желание научиться служить. Да, это не вернуться в духовный мир. Потому что путаем, преданные часто путают, это сильное желание. Нет, сильное желание служить Господу. Вот это лаулям, сильное желание служить Господу. Где, как, при каких обстоятельствах, как вот Гуру Махарадж цитирует, что вот это вот, термин я забыла, что сильнее, чем даже жажда жизни. Жажда жизни... Ну, нет ничего другого сильнее, чем жажда жизни. То есть меня попросили посуду на кухне помыть, да, после воскресной программы. Но если в сознании Кришны, то это такая очередь выстроится туда, да? Потому что это же сильнее, чем жажда жизни, правильно? Ну, так же, по идее. То есть, если у меня есть такое понимание, то я реально побегу на кухню и буду сражаться там за кастрюлю или там еще за другое служение. Ну, чтобы не было у нас, знаете, как перегибов такого фанатизма, я опять же приведу пример своего гуру Махараджа. Он очень болеет и говорит, мне для того, я повторяю много мантры, для того, чтобы просто восстановиться, мне нужно отдыхать несколько часов. Да, то есть мы уже, ну, да, то есть, и он говорит, я могу проводить программу только, ну, раз в неделю. Мне на мыши не хватает, я бы хотел бы, но тело не позволяет. То есть, ну, объективно, мы не можем сделать все, наше тело не позволяет. Мы тоже должны как-то, ну, организовывать свою жизнь, гуни благости. Мы говорим о том состоянии. Да, ну, о трансцендентном, да, о трансцендентном, что да. Ну, он говорит о том, на каком мы уровне, каково наше сейчас сознание Кришны, восприятие о себе. Ну, здесь еще какие-то вопросы, нет? Да. Я
Хари Кришна, спасибо большое. Ну, несколько раз прозвучала фраза, такая как бы сокрушительная. Опять все сначала. Но мы же знаем, что не сначала. Мы продолжаем из жизни в жизнь. И стоит ли сокрушаться, ну, что я родился в семье преданных? Это большое благословение, насколько я слышала. Хотя бы родиться тараканом, это кто говорил, в доме у преданного. Это такая большая удача. Попробуй еще родись в семье преданных. Постепенный процесс. Раз вы о своем духовном учителе много рассказали, спасибо. Я приведу позицию моего духовного учителя, как он говорил. Преданные, не исключайте вот этот момент постепенности своего развития. Это очень важно. Постепенность, дабы не... вот это, не упасть в эти крайности, все под контролем Кришны. Он обязательно устроит все вам в жизни наилучшим образом. Это наше доверие к Кришне. Вот лучше будьте самим собой. Вот самим собой. Цели у нас возвышенные, но я такой, какой я есть. Вот, рожусь, дай Бог, у всех преданных. И не сначала, а будем продолжать. Хари Кришна. Говорится Лава Матра, да? Лава Матра. Что преданный, он очень... ну, жизнь так коротка, и не факт, что вообще получим тело человека. Правда? Не факт. Мы надеемся, конечно. Мы надеемся, но просто, ну, так как бы с одной стороны понятно, что нужно потихонечку, да? Ну, о какой лаулем говорится? Сильное желание стать чистым преданным. Что это за желание? Прабхупада говорит, что нужно для того, чтобы стать чистым преданным? Сильное желание. И вот что это за желание? Если представьте, нам попадется, извиняюсь за выражение, тупой какой-то наставник. Ну, мы ошиблись. Или мы неискренний наставник. И мы потратили всю жизнь напрасно, да? Обмануты были. И, ну, как бы нам нужно желать этого, встретиться с этим чистым. Представьте, хороший учитель, да, вот. Он может сесть и быстро научить ученика. Или не может? Если у ученика есть квалификация, да? Может. То есть это ж, мы же должны желать встретить этого чисто преданного, у которого есть любовь к Кришне. И он может передать эту любовь. Поэтому я к тому, что я согласен с вашими словами, что мы должны быть на своем месте, но не надо расслабляться, думать, я буду там ковылять потихонечку и Хари Кришна. Доковыляю как-нибудь. А, Джай, спасибо. 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 Хари Кришна. Вы согласны? Да, согласен. Просто Расалила, огромное спасибо. Ну, просто тебе огромное спасибо. Вайшнава, Хари Кришна, простите, если что-то было не так. Шрила Прабхупада ки джай.